Когда два человека смотрят на небо с разных концов земного шара, где-то там высоко их взгляды непременно пересекаются. Возможно, они еще не знают, что им предстоит быть вместе, но это лишь вопрос времени. Поэтому никогда не опускайте головы и не переставайте верить. Какая она красивая, нежная, любимая. Какой он? Самый любимый, самый надежный, мужественный, который меня окружает заботой, теплотой. Я как за каменной стеной за этим человеком. Почему именно она? Потому что она единственная. Рядом с ним я себя чувствую настоящей женщиной. Даже иногда маленькой девочкой, защищенной, всегда окруженной вниманием и любовью. Познакомились ВКонтакте, увидел ее фотографию, понравилось, начали переписываться, завязалось общение, и вот мы дошли до сегодняшнего дня. Зашла в интернет, увидела лайк под своей фотографией и ответила смайликом. И с этого момента все произошло. Синуля, мы тебе щиро вітаємо. Юлечка, я... Знаю, що Сергій у нас дуже добра людина, але для того, щоб він був добрий, будь ласка, завжди йому готуй щось солодке. Він у нас це дуже любить. Вітаю вас, діти мої дорогі. Діти, я хочу вам сказати таку притчу, щоб ви завжди пам'ятали о ній. Значить, от Бог создавав людей із глини. І коли він сліпив мужчину і жінку, у нього залишився маленький кусочок. І Бог тоді сказав: «Что бы вы хотели, чтобы я создал из этого кусочка?» Мужчина с женщиной ответили: «Мы бы хотели, чтобы ты создал счастье». Бог подумал, подошел к ним и отдал этот маленький кусочек им в руки. Потому что счастье мы создаем своими руками, и мы творцы этого счастья. Поэтому, дети мои дорогие, счастье в ваших руках. Вы должны его сохранить на протяжении всей своей жизни. Любви вам, семейного благополучия, материального и всех вам благ.